Всем привет! Мы сейчас в Утрехте, в парке Леппеленбург-парк. На Дом Торни сейчас сыграют Битлз. По пятницам, по субботам, по-моему, да, Вик? Да, и по праздникам. И по праздникам какая-то Мароша, какая-то там. Она единственная, кто может целый час играть на этом пианино в Дом Торни. Дом Торни — это башня с кулаками, самая высокая в Нидерландах. И вот, эта мадам играет кулаками и ногами, потому что там очень туго нажимаются клавиши. И вот сейчас играл Битлз. Бывает классик, очень классные мелодии. Один раз был концерт не то Rolling Stones, не то Metallica. Прям целый час народ собрался, и вот эти вот все хиты исполнялись. А сейчас был Let It Be. Вот так. Мы гребем, я поворачиваю, Вика гребет, мы все поворачиваем. Очень тяжело, очень много лодок, очень сильное сегодня движение. Вот, короче, вот так. На лодке. Вика гребет, я поворачиваю. Ну, то есть я тоже иногда гребу. Ага, Вика поворот.